Здорово, ребят, с вами Хат. Сегодня вам покажу 4 на новую версию Грани. 4.1.4.0.1. Но это уже не совсем новая версия. Но на нее недавно вышли читы новые, да. И читы тоже обновились. Которые я показывал в прошлый раз, это старая версия. А теперь новая. Теперь смотрите. Вот сколько у нас функций. Целых 5. Давайте рассмотрим по порядку. Первый, вы знаете, это невидимый. Следующая функция Can't Attack. То есть она нас не может бить, но будет за нами ходить. Вот мы найдем, дойдем, отойдем от нее немножко, и она сразу за нами побежит. Но ударить не сможет. Не сможешь нас ударить, да? Не сможешь. Отстанет меня. Следующая функция флэш. Ну, вы сами знаете, что это. Уже показывал в прошлый раз. Прикольная функция такая. И стоит то же самое будет. А в прошлой версии можно было выбрать, сидя, бегать или стоя. Следующая функция Giant L или Giant I. Тоже прикольная штучка. Смотрите. Я сейчас сижу, а когда встаю, будет жесть. Встаю, я прям очень высокий. Еще можно включить вот так вот. Присесть, встать. И вообще будет круто. Вот так. Идешь, идешь, идешь. Опа, я пошел сквозь текстурки. Опа, круто, да? Я куда-то прошел. Так, заходим сюда. Встаем еще выше. Стоп. Это какой-то парадокс. Смотрите. Оп. Сейчас я в текстурках застрял почти. Давай, давай, давай. Во-во-во. Вот тут. Опа. Получилось. Вот так вот мы застряли в текстурах. Клевые. Клевая функция. Сейчас я вообще за текстурами гуляю где-то. Ох, нифига. Я уже где-то тупо за текстурами далеко. А теперь и тут. Уху. Чё я урню? А, стул. Так. Где можно еще интересненького что-нибудь сделать? Давайте пойдем в гараж. Сейчас я вот так сделаю. Как в гараж пойти, я не знаю. Очень медленно пойдем. Лучше вот так. Так. Идем сюда. Хопа. Мы уже тут, и мы... Вот, мы сейчас в гараже, но и одновременно в подвале. То есть я сейчас тут стою, а сейчас я в бане. Тут, в бане. Круто, круто. Интересно, что будет, если выключить контратак? И вот так вот сделать. Уронить дверь. А? Что будет-то? Ничего не будет. Вот, кстати, пасхалка. You can't.
You can't not escape. Ты не сбежишь отсюда. Нам нужно до Грэнни добраться. Каким-нибудь образом. А вот, все уронили, сейчас она придет. И посмотрим, что будет. Так, вот она, красавица. Встаем. И все, да? Это типа все. Я понял. Фига. Фига себе. Это что? Опа. Баги, баги, баги. Оп, 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 встаем. Смотрите, где мы за текстурками вообще. Мы в лестнице? Серьезно? Мы в лестнице. Давайте выйдем. Присядем. Мы уже тут каким-то образом оказались. Опа. Что? Оп. Она нас все-таки убила. Что-то я как-то уже залип на этой функции. Давай. Следующая функция. Green Eyes. Зеленые глаза. Сейчас посмотрим, что это у нас. Мне кажется, у Грэнни просто станет зеленые глаза. И все. Мне не кажется, это так и будет. Просто я до этого тестировал их. Во, открывает, открывает. Ну, что она не открывает теперь? Во, вот она, зеленые глаза. Интересно, а что будет, если взять мишку и кинуть его в колыбельку? Когда у нее зеленые глаза. У нее так и будут зеленые глаза. Стоп, а если Кента так, то она будет видеть нас, идти за нами. А, то же самое будет. Ну ладно. Кстати, зеленые глаза у нее так и не остались. Привключим. Нет. Все равно. Против игры не попрешь. Короче, вот такой вот чит. Ссылка будет после 5 лайков, потому что в прошлый раз вы не смогли набрать и даже 20. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Сейчас напоследок сделаем вот так. Опа-па. Прикольно. Всем пока.